Ну а да, эти пулы на Рубике на 9-й минуте, когда мид давит. Давай, давай. В этом дэмэджи на самом деле просто до пизды. Помочь бы, конечно. Ну, у меня все фармят. Просто время выиграем. Look, if you bushwhack him. Ладно, это пиздец, как говорится. Ой, блядь, ебать. I'm tipped out. Bristol, get out. No ulti, centaur, guys, we can kill him. We can kill him, go. Да. Подними еще меня. Некого же поднимать больше. Ёбнутый. Кто нажал? He is over here. I'm coming. Wait. I'll stun him. Это что за дэмэдж, нахуй, ёбаный урод. Сука. Блять. Как ты сдох, нахуй? Блять, ну почему ты не можешь? Ну, блять, ну как же тяжело, нахуй. Да я ебал, блять. Guys, I guess we can fight anyways. Bristleback is strong, if they do not burst him. We can fight. Look. I want to kill Centaur. Нахуй я палку трачу. Значит, так умрет. Блять. Лук. Худвинг, лук. Нахуя? Никс, guys, никс. Guys, we can use smoke. We have our buttons on. Кираса Шарта. Что он пишет? Ёбануться. Что это? На самом деле, если другие не прыгнут первыми, мы начнем хоть в одного сапа, либо Никса, либо Рубика, или Ланаю, что в идеале. У них не будет шанса выиграть драку. Под ликаном, под виспом, там пиздец. Пока БКБ нету Ланаю. Очень легко.
почему такой билд в игре. Но мне кажется, Мидас сейчас сильная шмотка. Потому что экспы нужно очень много. Игры затягиваются в лейт. 90% случаев. Ну, будет затягиваться. На простыне уж точно. Манта против Ланаи, против Панга, против Кентавра стан доджить. Хороша. БКБ, потому что слишком много станов. АОЕ Скади против Ланаи. А потом Сатаник на то, чтобы ее перебивать. А у меня карта не закрыта. Ебануться. Ща, так, иди сюда, зайчика. Оп. Башер мне не нравится на МК. Мы много спорили с Камилем на эту тему, но я придерживаюсь своего, что Башер, блядь, впадло вообще купать. Да, подошел, забрал. Go, go, guys. You can smoke without me. I have three dents. Да, у Камиля больше игры, ему виднее, это правда, но... Я хочу сам столкнуться с такой ситуацией, в которой мне надо будет башер. Я проебу игру из-за того, что не купил башер. И тогда я пойму, в каких играх нужно покупать башер. Тей, гайз, кенвич частей. Не можем, да? Ах ты, блядь. Маньяк, Леброша, блядь. Куда нахуй? За шо? А, ты под рефракшн? Бэк. The one to kill Wisp. Back, just run. Как же быстро герой ресится, это пизда. За то, что у них лоу левела. We can fight, guys, they have no ulti on Fango. Блять. Да как они все продлили нахуй? О, это пизда, как мне урона не хватило на него. Back. Ой, блять. Как мне урон не хватает на Никса, блядь, 1200 хп с таким билдом. Что за бред, блядь. Да, они играют так без БКБшек. Блядь, это пиздец, ладно. Причем все продлили абсолютно. Стан чел успел нажать, поднять успел меня, деманты. Все сделали, блядь, красавцы. Guys, no TA here. Can we go? Тима! Команда! Ой, блядь! Как же... Ладно. Как же хочется купить БКБ, гем и просто ебашить этого Никса с палки. Не сидеть хуйней страдать, ловить каждый импейл. He got silver on TA, they can try to burst you. He got silver on TA. Guys, need to wait me. He mistake. Ебать там урона, это пизда. Как он выжил? Ну как он выжил, блядь? Я нахуй не понимаю. Я не хочу понимать. Мы отдадим Рошана, потому что чел выжил на панга. Каким-то, блядь, неадекватным образом. И его просто убили на Бристлбеке, 0 мясов у Лана и Валибардов, да? Да. Блинканулся меня на Никсе. Бэк. Ладно, она байнулась, не так плохо. They got no TA here, we can try to kill him. Ну или я умру просто нахуй. У него же шарты, они шаршан забирали.
ебучие пивные игры, блять. На самом деле, в матчмейкинге это такая хуйня, стоять вот эту линию до конца, потому что ты даешь full free farm своим корам, но у них просто миллиард раз меньше, чем у тебя в итоге, оказывается. Типа, у нас нет ни одной шмотки нормальной на бристлбеке за 31 минуту. Спэк вообще юзалось по итогу оказался. Зачел сломал мид, стоял фрифармил, я его прилетел засейвил в топе. Ну, просто нет смысла. Back, guys, back. We don't need to fight, we need to farm my BKB. We need to fight with Hoodwink only. If you catch TA, we can fight. Butterfly didn't help him. Nyx under you might be. Go stack together, guys. Ну это пиздец. Я по-другому это не назову. Это просто пиздец! Он просто срубил меня с дерева одного из 10 000. А, ну здесь опс, да? Там просто опс стоит, я так понимаю, да? Ебаный, который просто не сломал ни один чел. Ой, мамочки. Да, там просто опс, похоже. Потом простанивает еще на 3 и застанивает еще на 2-4. Охуенно, 10 секунд встань постоял. Если мы одну драку примем, нормально. У них 0 шансов. Окей, guys. I'll buy gem. And this gem we gonna fight. У меня так кнопки БКБ. Более. Слишком сложно уже драться, нихуя не сделать. Панга слишком сильный, кентавр сильный, все сильные. Никто не сильный, кроме меня. Не знаю, мы не должны первого рошана давать настолько тупо.